Я доборолся, я сыграл и царя Эдипа Софокла. Вы доборолись до Германа, вас же Герман пригласил в свою последнюю, это, да, так и незаконченную. Вот это тема ни одной передачи. Это было большое испытание, потому что мне там коллега по фильму «Партнер» Леонид Ермольник рассказывал, как это было непросто и тяжело. Я думаю, что не только ему одному. Это было очень сложно. Вы довольны тем, что вы сделали у Германа? Расскажите. Я очень доволен. А-а-а. Во-первых, потому что я не видел. Я еще не видел полностью фильм. А, вы не видели? Я видел только на озвучании. Угу. Я озвучивал сам, потому что Герман не смог, он болел. То есть вы не ездили в Рим вот на... Я не смог, потому что у меня был предпремьерный показ был, Дали. Такой. Я не смог поехать, предпремьерный, буквально. Я бы с удовольствием поехал. Меня даже там похвалили в какой-то рецензии. Я играю Буддаха, философа. Но Герман, когда меня пригласил, это уникальные пробы были. Он на меня смотрит, он такой пятилетнего возраста, губки такие, такой, глаза сионского мудреца, и пробивает тебя насквозь, и говорит: Женя, я вас никогда нигде не видел, потому что я телевизор не смотрю, в театры не хожу. Смотрю только свои фильмы, день и ночь. Но просто мне нравится ваша морда. А мне только что дали народного, я говорю, а мне ваша. Он говорит, будем работать. Кто еще был на кастинге вот на эту роль? С кем вы на мою нет. Конкурировали? А, то есть вы первым пришли на мою сразу? Нет, да. А вот центральную роль, которую играет Ермольник, там было очень много претендентов. Это я знаю, да. Очень много претендентов. Я даже с кем-то еще приезжал, пробовался еще, потому что мы в паре, мы все время там, почти все время вместе. И Ермольник уже ругался с Германом, они там, у них были особые какие-то отношения. И он решил его больше не снимать и говорит, я его больше, не называйте Ермольника больше, все, я его наснимал вот так, буду дублера снимать. Плечо, парик, кусок шпаги. Ну, кино же. И правда, я приезжаю, дублер, и не один, в этих париках стоят. И в какой-то сцене вдруг кричит Герман: Леня, не наигрывай, я тебе говорю, Леня. Ему говорит, Алексей Юрьевич, это дублер, тем более не наигрывай. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».